Библия для детей, все. Больше там ничего. Изъятие какое-то было тебе, это известно? Это что-то вынесли, я не знаю, компьютер, я не знаю. Там, они изъяли компьютер один. Ну, так, Настя говорит, что издан музыка. Он был пустой, мы же только въехали в офис. Uh-huh. Там единственное, что там была статья моя о встрече с ОБСЕ. В этот же день мы встречались с ОБСЕ, мы рассказывали, говорили о своей позиции, что мы хотели объяснить, показать. Из представителей ОБСЕ кто был? Был ли вот этот... Да, потому что Сара, да. Сара, предыдущая глава миссии, она уехала, мы ее знали. Ну, ну вот Маурицио был, и, собственно, мы объяснили, они, мы донесли в информативном плане о себе информацию, и, собственно, вот на этом все закончилось. Встреча, а вечером вот такое произошло. То есть в тот же день вы встречались вот с Маурицио, с ОБСЕ, и вечером? Вечером это произошло, да. А вопрос у меня к родственникам или вообще, а ранее, до этого момента, какие были на него давления или ничего? Все спокойно, тихо, да? Ну, в интернете были угрозы, да? Только угрозы были, да? От неизвестных лиц, да? Все, то есть звонков не было, да? Звонков я не знаю, дело в том, что я была беременна, и муж не хотел меня расстраивать. Большую часть я не знаю. А то, что через интернет, да, приходили большей части угрозы. Понятненько. То есть он не скрывался, вел обычную жизнь? Нет, он не скрывался. Семья тоже не скрывалась. Семья, я понял. То есть ее такое решение приняли. Спасибо. Спасибо.